Это уже будет такая фишка нашего канала. Кстати, данная особь довольно агрессивная и пугливая. Просто сейчас так отвлечена водой, что не до моих рук внутри террариума. Блин, уже и рука, которая держит телефон, трясется. Как неудобно. У меня сейчас спина жутко болит. Продул, видимо, когда рысик. Когда рыську выгуливал, продул. Она не хотела долго возвращаться, я был слабо одет. Не готов был продолжительной прогулки. Ну что, покажешь капюшон? А вот и наш капюшон. Ну так, скромненький. Не королевская кобра. Давно не было видео с пьющими из разной посуды кобрами, поэтому решил исправиться. Ну, пока она пьет, ссылка на нашу группу в описании. Подписывайтесь на наш канал, пока мы живы. И не забывайте про лайки. Остальные видео куда более информативные, чем вот эти вот, где змеи пьют из посудины. Это, кстати, самец ангольской кобры. У него, по-моему, около метра. И да, у него железо на месте, как и у всех остальных моих змей. Кстати, очень хорошо заметно сейчас у него крупные чешуйки. Вот. Характерная вот особенность данного вида. Когда он допьет, может получится продемонстрировать вам его капюшон. Рука у меня трясется от того, что неудобная поза на самом деле для этой манипуляции. Держу двумя пальцами крупную ложку на вытянутой руке. Давай, допивай. Почему они пьют из всяких ложечек, стаканчиков? Дело это опасное, прошу не повторять. Но дело в том, что змеи очень любят свежую воду. Воду, которая течет, а не заряжала где-то в луже. Поэтому и пьют активнее такую, а не из поилки.